Трехлетний ребенок находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации детской областной больницы. Нанесение тяжких телесных повреждений подозревают мать девочки, 22-летнюю жительницу областного центра. 17 января в первый отдел полиции позвонили врачи и сказали, что в медицинское учреждение с различными травмами в бессознательном состоянии доставили малышку. Женщину задержали, проводятся следственные действия. Назначен ряд необходимых экспертиз. Установлено, что ранее жительница Петропавловска в поле зрения органов правопорядка не попадала. Проводится досудебное расследование по статье 106, часть 2. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении заведомо несовершеннолетнего. В настоящее время подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания.